Всем привет! Раз в неделю мы рассказываем о наиболее ярких новостях из мира шоу-бизнеса и событиях, которыми поделились знаменитости в своих инстаграмах на прошлой неделе. Витас получил срок за стрельбу в загородном поселке. Свой рекорд установит группа «Ленинград» и новая песня Максима Фадеева. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске. Это Даша, и она современная мама. Она может поддерживать порядок в доме, покупая зарубежные средства для уборки. Но больше всего она хочет покупать красивые платья и ходить в салоны красоты. Именно поэтому она выбирает «Синергетик» – экологичные моющие средства, которые с любовью производятся в России. «Синергетик» совмещает европейское качество продукции и доступные цены, а современная мама – качественную заботу о семье и исполнение своих собственных желаний. «Синергетик» – я люблю свою семью. А для зрителей нашего канала скидка 10% по промокоду STAR10. Ссылка в описании. 29 марта свой 50-летний юбилей отметил известный певец и музыкант Владимир Пресняков. Бывшая супруга артиста Кристина Орбакайте поздравила его с днем рождения, выложив в интернете раритетное романтичное фото. «У нас было прекрасное детство. Спасибо за песни и сына». Друзья-музыканты Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев тоже написали теплые слова в его адрес и показали редкие снимки. Также на прошлой неделе свои дни рождения отмечали Алексей Булдаков, Никита Джигурда, Алика Смехова, Ирина Старшенбаум, Вадим Андреев, Александр Збруев, Лайма Вайкуле, Сергей Лазарев и Владимир Познер. В прошлом выпуске мы рассказывали, что певец Витас был задержан полицией за нарушение общественного покоя и стрельбу по птицам из сигнального пистолета. Тогда полиция назначила Витасу штраф в размере 500 рублей и отпустила. Однако прокуратура сочла наказание недостаточно жестким. В результате по решению суда Грачев получил 7 суток ареста. На судебное заседание по этому делу Витас пришел в сопровождении нескольких охранников, которые, как предполагают журналисты, должны были защищать певца от назойливых поклонников и папарацци. Но артист настолько изменился внешне за последнее время, что никто его не узнал. Шоу должно продолжаться даже в суде, посчитал артист, и появился у назначенного кабинета с группой телохранителей. Но они не понадобились. Витаса никто не узнал, даже судья. Грачев Виталий Владиславович. Кто вы, Грачев Виталий Владиславович? Документы, удостоверяющие вашу личность, передавайте. Актер театра и кино Иван Стебунов после громкого развода с актрисой Мариной Александровой на продолжительное время пропал из поля зрения поклонников, покинув столицу и вернувшись в родной Алтай. Однако не так давно артист снова вышел на сцену «Современника» и, более того, сообщил радостную новость – грядет свадьба. Многие поклонники актера помнят его громкий развод. И если Марина смогла справиться с потрясением и вскоре снова выйти замуж, то Иван, по слухам, пристрастился к алкоголю. Мой ангел-хранитель от меня немного отвернулся, он устал меня спасать. Я был действительно уже и в эмоциональном, и в физическом плане не очень хорош в тот момент, в 33 года. Я абсолютно плевательски себя вел и к выбору материала, и к ролям, и ко всему. Однако теперь жизнь артиста наладилась. Он вернулся в любимый «Современник», встретил потрясающую девушку, которая не имеет ничего общего с миром шоу-бизнеса, и всерьез намерен жениться и обзавестись детьми. «А я все думала, куда он пропал? С возвращением, Ваня!» «Рада за Ивана, он хороший актер!» «Не каждый так бы смог. Взял себя в руки, и все пошло на лад». Также о своем возвращении на съемочную площадку спустя более 6 лет отдыха сообщила и российская актриса Анастасия Цветаева, проживающая в Израиле. Вот только кино, в котором принимает участие Цветаева, снимается вовсе не в России. «Фильм будет полнометражный, он израильского производства, рассказывающий про русскую миграцию 90-х годов. Несмотря на то, что место действия Израиль, многие герои говорят на русском языке, в том числе и моя героиня». Анастасия Заворотнюк украсила обложку нового номера глянцевого журнала. В своем микроблоге артистка также анонсировала выход своего интервью. Примечательно, что фотограф подобрал для 46-летней Заворотнюк необычный ракурс съемки, при котором она стала выглядеть практически неузнаваемой. «Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина. Я вас не узнала на фото. Вы на нем похожи на певицу Деми Ловато. А может, мне и показалось?» «Анастасия, на себя не похожа, какая-то другая женщина. Наверное, такие перевоплощения хороши для актрисы». Ленинград – один из самых популярных коллективов российского шоу-бизнеса. Сергей Шнуров со своей группировкой всегда собирает полные залы. И вот на днях музыкант заявил о том, что планирует побить новый рекорд. Оказывается, что 19 октября в Петербурге пройдет очередной концерт группировки, и случится это на «Зенит-арене». Концерт станет первым официальным массовым мероприятием на стадионе. Раньше там проходили только спортивные матчи. Шнур и его коллеги планируют собрать 60 тысяч человек. 19 октября, «Зенит-арена», Петербург, Ленинград, 60 тысяч зрителей. Идем на рекорд! Ура! К слову, на своем прошлом концерте в Олимпийском Ленинград собрал 45 тысяч человек, а на стадионе открытия – 50. Бывшая участница популярной группы «Тату», певица и актриса Юлия Волкова на днях поделилась в своем микроблоге новым снимком. Однако подписчиков заинтересовал не наряд, а ее внешность, которая, по мнению некоторых, сильно изменилась за последнее время. «Такая старая стала, как время летит». От прежней Юли мало что осталось, из-за пластики сильно постаревшей выглядит. «Юля уже не та, прям тетка настоящая стала». Лариса Долина побывала на показе Виктории Андрияновой в московском Гостином дворе. После того, как снимки звезды появились в соцсетях, поклонники принялись критиковать ее за неопрятный внешний вид и даже посоветовали певице похудеть. «Лариса, ну похудейте чуток. Какая вы стали безразмерная. Зачем же так себя не любить? Берите пример с Аллы Борисовны». Актриса и ведущая Эвелина Блёданс редко общается со старшим сыном Николаем. Еще реже она показывает его снимки своим поклонникам. А потому, когда долгожданная встреча родственников произошла, почитатели Эвелины едва ли поверили своим глазам. Настолько разительные перемены произошли с молодым человеком. «Что за газон на голове?» «Сына надо было в детстве воспитывать, чтобы ум в голове был и прическа, как у мужика. И гримировать не надо, сразу в маске шоу». Актриса театра и кино Агата Муцениеце, которая с некоторых пор еще и телеведущая, поделилась с подписчиками неожиданной информацией, сообщив им свой точный вес. Однако большинство интернет-пользователей гораздо больше заинтересовались ее ступнями. «Ноги жесть, конечно. Сначала подумала, шпак похудел». «А это женщина? Что за ноги?» «Прятать надо такие ноги, а не показывать». Поклонники 46-летней телеведущей Леры Кудрявцевой, которые долгое время просили ее сделать каре и челку, могут радоваться. Они наконец-то могут увидеть смену образа знаменитости. Но многие остались разочарованы, посчитав, что красавица стала выглядеть намного старше, чем ранее. «Ой, нет, без челки было лучше. Выглядите на свой возраст уже, а раньше моложе значительно». «Кудрявцева, я вас очень люблю, но честно, эта прическа вообще не к лицу». Дочка Дмитрия Маликова часто вызывает раздражение у пользователей соцсетей. На этот раз им не понравились губы девушки, хотя она всего лишь хотела порассуждать о счастье. «Нет никаких ключей от счастья. Дверь открыта всегда». «Конечно, дверь открыта всегда. С папиными деньгами». «Лицо как блин. Сейчас фишка, что ли, в 20 выглядеть на 30? Губы дутые, щеки дутые, а ведь по годикам еще юная девушка. Зачем?» В прошлом году у Арарата Кещяна родилась вторая дочь, в результате чего в его дом вернулись бессонные ночи. На днях актер загрузил в Инстаграм видео, в котором показал, как именно он укладывает спать младшую дочь, чем изрядно удивил своих подписчиков. «Главный результат. А результат? Человек спит. С папой всегда весело, ну или сонно. Наш папа тоже так дочку укладывает спать. Мужчины находчивые. Самые лучшие качели, папины сильные руки». Очень трогательное видео. Недавно Алла Пугачева показала прекрасное чувство юмора, подшутив над бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Она опубликовала в своем микроблоге фото с его выступления и подписала его: «Филя, отдай мой балахон». На фоне недавних слухов об измене Пелагея и ее муж-хоккеист Иван Телегин появились на публике вместе. В соцсетях выложено новое трогательное фото супругов. Они держатся за руки и выглядят счастливыми. Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко ждут первенца. Пара перестала скрывать этот факт и одновременно опубликовала в своих микроблогах личные кадры из беременной фотосессии. Пока одни личности быстрее пули распространяли ложную информацию о трагедии в Кемерово, которую многие из вас приняли за чистую монету, другие люди приняли решение оказать пострадавшим материальную помощь. Например, Лолита пожертвовала гонорар от концерта одной из семей. Елена Темникова также пожертвует деньги от продажи билетов на свое выступление пострадавшим. Анита Цуй приняла решение оказать жителям Кемерово благотворительную помощь и пожертвовала 1 миллион рублей личных сбережений. Не стал в стороне и артист Эмин Агаларов, который перевел в отделение Красного Креста 15 миллионов рублей. Певец LJ перечислит пострадавшим часть средств от продажи своего нового альбома. А Киркоров заявил о намерении помочь 11-летнему Сереже, семья которого сгорела, а мальчик лишь чудом выжил. Композитор, продюсер и автор песен Максим Фадеев свои мысли и чувства, связанные с трагедией в Кемерове, передал в новой песне под названием «Ангелы». Максим сказал, что написал эту песню пару лет назад для друга, у которого погиб сын. Когда тот услышал о произошедшем в Кемерово, то позвонил Фадееву и попросил исполнить ее для всех, поскольку композиция помогла пережить ему страшное горе. Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Певец Бахтияр Алиев, известный как Бахти, представил клип к композиции «Пора домой», записанной совместно с Олегом Газмановым. По сюжету Бахтияр и Олег Михайлович являются земляками, которые случайно встретились в чужом городе. Песня построена в виде диалога между двумя земляками. Герои делятся своими историями о том, как оказались на чужбине, и воспоминаниями о родине. Мне снится мамин голос, что зовет меня домой, наша коробка и весенний двор. В прошлом ролике загадкой была Екатерина Андреева. Многие правильно угадали телеведущую. Сегодня предлагаем угадать, кто изображен на этой картине. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!